Хей, йоу, гайс, мы с вами продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Короче, вы сейчас, наверное, удивитесь, да, вы видите внизу меня что-то дохера опыта прибавилось с того момента, как мы закончили серию. Это довольно все объяснимо. Дело в том, что мне пришлось заново проходить данную локацию. Ну, типа, мне не хватило места на серию, поэтому мне пришлось заново отсюда бежать сюда и при этом собирать снова же те же самые вещи. И, ну, не самые те же рандомные вещи, все равно пришлось мне 4 раза бегать туда и обратно, чтобы все это дело продать. Хорошо, что у нас новенького такого? Ну, это то, что я недавно вот получил только. Модификатор я получил из-за открытия сундуков. Дальше, что у нас нового? Снайперка, ну, я это все дело буду продавать. Мы получили хорошую базуку с огненным эффектом. После. Мы с вами должны сейчас прокачаться. Простой выбор. Да, я с тобой согласен, но тут довольно будет сейчас просто, потому что мы прокачаем первым делом хпшку до конца. Или хотя реген... Бля, я не знаю, либо реген... Хотя можно хп прокачать, почему бы нет. После будем прокачивать так, повышать давление, скорость перезарядки и уменьшать задержку подзарядки щита. Эффект зависит от уровня здоровья, чем нижний уровень. Ну, мы так как АХП прокачиваем, поэтому нам это не вариант. А мы будем сейчас последний рывок прокачивать. Типа, во время борьбы за жизнь у нас урон повышается, скорость передвижения тоже повышается. Плюс 2 очка навыка от модификатора класса живущего. То есть у нас еще плюс наворачивается 2 опыта. Ну, 2 уровня считайте этой способности. После, когда вот это прокачаем, мы с вами вкачаем щит. Подзарядка навык уничтожает врагов на некоторое время так, значительно повышает скорость подзарядки щита. Дальше не знаю, в принципе, уходная или неуходная здесь. Мне бы дальше вот это качать, типа, идти по орудию самого, вот, точной стрельбы и турели, но я не уверен, что это хорошее. Урон от стрельбы, вот, навык убийства после уничтожения врага недавно повышается урон при стрельбе и скорость передвижения. Я не знаю, насколько это может быть на 3 секунды, на 5 секунд, это зависит от того, как и что, как сложится. Ну, короче, не суть. Где-то я видел здесь прокачку уроном. Так, увеличение урона и скорострельность оружия, не наносящая стихийного урона. Вот это довольно хороший, если у нас, типа, не будет эффекта никакого на оружие. Но если будет эффект на оружие, вы понимаете, оружие идет просто в говно. Так, урод гранат, РПГ, да не то. Вот это вот, ну, блин, не знаю, это что такое. Урон стрельбы. Вот, пока действует ваша турель, сабля. Вы наносите больше урона. Вот это нам нужно тоже будет прокачать. Но здесь у меня, в принципе, увеличение скорости замены оружия и скорость прицеливания. Но это не очень так важно. Скорость передвижения — это херня. Навык убийства. Уничтожая врага в незначительных... Хотя не надо. Повышать скорострельность и уменьшать отдачу. Ну, штурмовой магазин, камон, для винтовок. Ну, я не использую винтовки, я в основном снайпер, да, в играх. Поэтому здесь очевидно, что будем скорее... Что-то качать из вот этого. Что именно, пока что я не знаю. А также я... Так, давайте же прокачаю, забыл. Также я получил... Так, у меня много безбашенности. Урон стихин, максимум урон. Так, ближний бой, урон от гранат, задержка под зарядки. Зарядка. Так, уменьшение дачи, урон. Так, шанс, время стихин, урон от стихии. Уменьшение отдачи. Урон ближнем бою, шанс. Так, урон гранат, скорострельности. Урон стих. Макс урон. Ну, хп, то есть шанс, время стихин. Урон ближнем бою, ёмкость щита. Урон, макс урон. Шанс, метка. Блять, я хотел меткость. Ладно. Урон гранат, максимум время. Урон стихи, урон ближе, максимум здоровья. Так, шанс стихии, урон гранат, урон, макс урона стихии. Здоровье. Шанс, урон, меткость. Урон, скорость, меткость, урон, шанс. Ну, смотри, скорость перезарядки или меткость. Ну, блин, я не знаю, вот меткость, на что она влияет вообще. Давайте скорость перезарядки. Так, готово. Так, по сути, все, да? А, здесь я все открыл, поэтому побежали. Получил я еще ли что новенького? Что-то не припоминаю. А, круто.
Турелька, разноси. Ладно, ты уже горишь. Так, мне место. Сейчас роботы еще должны поприземляться. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так. Бац. Бац. Так, ты, да? Блин, то что, сокращение пути было? Вот почему я по нему не попадаю? Боже мой. Какой ты живучий. Так, а где тут стоит? Я тут не умру? Нет, не умру. Так, я нашел еще этот один. Значок Borderlands, да, именно. Так, как мне выбраться? А можно выбраться? Спасибо. Так, я на карте вижу, что здесь где-то сокращение пути. Будет классно, если я запорол тогда все, да? И я мог открыть просто сокращение. Хотя его тут что-то не видно. Но на карте показано, алло. На карте показано, а в игре нету. Так, может где-то здесь, я не заметил его. Ну, там что-то наверху есть. А наверх не попасть. Ладно, побежали. Не будем тратить время. Так, все, перезарядка. Так, патроны есть, огонь есть. Мне бы коррозия, потому что коррозия хорошо работает на роботах. О, еще голосовой этот приемник. И, в принципе, вот мы с вами закончили, да, эту локацию. Давайте громче, парни, а то Маркус не услышит! Пушки! 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 Короче, там то, что типа не удивляется, то, что пушки, да, всякими эффектами стреляют. Допустим, дробовик огнем пуляет, да, типа огнеметом. Что один челик вообще мог себе там хавчик на этом пожарить и все такое. Ладно, бастион кровомесов. О, они ему даже статую построили. Это по мне? Так, а вот это я слабое место. Ах ты ж, ё-моё. Останови ты эту сволочь! Окей, окей, окей. Повёл Роланда к Парше. Догони их, пока они не скрылись. Тибрионцы схватили Роланда. Тихо, тихо, тихо. Твою... Джек ведь не прислал Вильгельма, да? Пожалуйста, скажи, что Джек не прислал Вильгельма. Не, походу этот робот это и есть Вильгельм, о котором она говорит. Так, продать. Готово. Хорошо, полетели. Смотрим внимательно, где что. Может здесь где-то да и что-то и спрятано качественное. Так, у нас там. Сейчас роботов пришлют. А, да, насчет этих. У меня теперь их 30 штук, как вы видите. Я довольно много их понаходил. Почему я должен прямо в глаз стрелять? Знаете, как это неудобно? Ну, взрывной игрушек, в принципе, легкий. Они наполняются энергией и взрываются, поэтому... Раньше, да, я типа боялся, то, что они меня ваншотнут взрывом. Но теперь нихера.
Так, что-то здесь место для бандюк есть. Выходы. Ладно. Роботы здесь будут постоянно телепортироваться из башни. Ну... Не убежал парнишам. Критическое попадание. Это очень легко их вот так обманывать и отбегать. То есть это не то, что под взрывники, что они просто... Ну, считайте, сколько там секунды дается. Чтобы... Чтобы не взорваться. Помогите! Ну, алло, это те же роботы. О, летят, летят. Ну, здесь, допустим... Довольно опасно, на самом деле. Игруля. Ну, именно по локации. Ромеша, что происходит? Звуки стрельбы значительно громче обычного. А я еще не получил ответа от Гипериона. Ну, наконец-то. 20 баксов за Роланда, и это мое последнее слово. Она здесь врагов. Тихо, тихо, тихо. Ну вы понимаете тактику, просто отбегаем, хилимся и нападаем. То есть трудного ничего не должно у нас вообще быть здесь. Ребят, мы с вами метки, слушайте. Ну, в прямом смысле метки. Чисто хэды, хэды, хэды. Кто по мне палит? Ладно, он там перестреливается, не буду ему мешать. Пули, да, дают, это хорошо. С этим я согласен. Ничего не спрятали. Не, жаль. Пушка. Воу-воу, там где-то на тело приземлились. Блин, ну что по звукам? Ну смотрите, там стреляет, ну вы сами это слышите. Тупая акустика. Проклятые роботы! А ну попробуем. А не, не ваншотит, жаль. Я думал, эта херь будет их ваншотить. Но это гулять лазером. Такой грузчик слабее. Это мой был. Тихо. Не грузчик. Не грусти, грузчик. Видите, типа, нужно чисто ему в глаз стрелять, чтобы, типа, критическое попадание было. Пожалуйста, не хоть... Ой, блядь, короче. Все, без рук ты точно меня атаковать не сможешь. Я думаю. Да? Да. О, пипец, здесь карта яркая. Жопа. Вот, будет у меня пушка помощнее. Первым я что сделаете? Зараза. Привет. Ребят, ну поймите, вы мне не страшны.
Взрывники херовы. Бат. Тебя спас твой же. Я же спас твой же, пойми. Он просто заблокал одну мою пульку. В смысле? О, нихера себе, махинка. Вот это мне не нравится. Классно. Принимай. А, так они прицепляются еще. Хорошо, для него подойдет электрические патроны. Блин, ну коррозия лучший вариант для них. Поэтому если можно... Тихо. Кока, опа. Урон. Критическим. А, сколько места? Еще 8 пушек могу взять. Так, это помните эти роботы... из что рекламу распространяли. Суицидники херовы. Мне плохое предчувствие насчет этих роботов, поэтому нахер. А, ну смотрите, ах ты зараза, на ее они хилят. Они хилят их. Так, они еще плюс и атакуют при этом. Они хилят и атакуют. А, нормально. Снайпер. Блин, если бы эта пушка была бы... автонаводкой. Отлично. Хотя, может, она и есть с автонаводкой, кто его знает. Да, у них конечности тоже слабое место, ну-ка. Да. То есть не обязательно только в ту часть тела стрелять. Хорошо, вот это хорошая, типа, вещь. Новость. Что я не могу, могу не морочиться насчет одного. Я и закрыта. Там еще что-то было или нет? Блин, нужно было закончить, наверное, на вот этой локации серию прошлую. Тут, ну хотя, ладно, я хотя бы немного по уровню апнулся. А, то есть, без рук он начинает просто меня это, пулять с пушки своей. Хорошо. А, это взрывной грузчик. Хотя, что я мучаюсь? Алло, давайте, ребятки. Ой, вот это я был в зоне. В зоне был. В
Вы что, не бесконечно, думаю, будете? А, смотрите, Влад больше урона носится. То есть как можно это все проводить? Рубаем руку и в глаз. Давай, 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 ты где? Просто он будет мне мешать. Кружиться, вертеться. Тихо. Бам. Бадабум. И так хотя бы у нас шанс есть их ваншотнуть. Потому что они отвлекаются на то, что типа я им отрубил руку. Ну, часть тела считается. О, сундук очень хороший. Погнали за сундучком. Ну, в принципе, блин, у меня места мало. Ну, в принципе, то, что только патронов мало. А так... А ну-ка. Можно попытаться, гоу, попытаемся. Руки, чисто руки отстреливаем. И снова появится. Я бы сюда врагов добавил. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Навряд ли здесь такое большое место без ничего, что ли. Серьезно? Ну, ладно. Ну ладно. Уничтожь строителя, чтобы мы могли отсюда выбраться. Ремонтники, вали! А вот и дурень. Я понял, короче, нет. Снайперка хорошая. Была. Была. Взрыватель! Лупи по... Нужно снять ему щиты! Тихо. Что за хрень? Я ж поменял. Алло. Ладно. Все. Приготовься! Идут подкрепления! Ну... На самом деле, я вот... Видите, вот у него такая турель. Типа, это ж челик из первой части. У меня была бы такая вот турель, если бы мы его взяли. Но я Брика взял. Брик помощнее будет. А, так тебе можно ноги отрубать. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Автоматическая турель готова к бою. У меня тоже есть турель. Сейчас, подожди, Роланд. Мы с тобой поговорим. Давай, что? Они что, сюда жертвы приносили? Серьезно? О, ништяк. Здрасте. Так, сколько мне места? Место есть? Три. Для трех пушек. Удивительно. Стум. Есть у меня белые ненужные. Дешевые причем. Часа 4 самое меньше. Да, 64.
выбросить. Все, в смысле нету места. Нету места, пишет. Поехали. Спасибо. Встретимся в убежище. Я скоро опусти. Хорошо, погнали. Спас Роланда. Планета ждала такого героя, как ты. Какое счастье, что Джек не прислал Вильгельма. А что за Вильгельм? Я думал, вот это и есть Вильгельм. Так, о, там как раз у нас два задания. И, ну, это все DLC. DLC я буду, как и в прошлой миссии, просто другой этот. Как он называется, блин? Черт. Короче, в другой. В другие кидать плейлисты. Подожди, а там можно было их как-то переделать? Локация. В алфавитном порядке. Не, пускай лучше так будет. Лучше по зонам поделить. А, нет, смотри, по зонам поделено. Типа желтые-желтые это основные, да? А, нет, тут все желтое. А это фиолетовое. Скромный порт. Ну, скромный порт это где вот эта девчонка Тина. Надеюсь, тебе все прививки сделали. Конечно. А как же? Так, побежали прокачиваться. Рюкзак, да, вкачаем, чтобы меньше бегать. У нас с вами до хера бабла еще. Опасно, так, еще рюкзак. Спасибо за иризии, прыщ. Угу. Смотрите, довольно хорошо у нас сейчас выходит. Давайте дробовик, я думаю, еще прокачаем. Нормально, все, больше дробовик не прокачиваем. Так, беспешность получил. Нет, ни хера не получил. Привет, Максим. А, не... Ой, что это, коктейль? Мне прям так неловко. Как шлюшки на исповеди. Хотя я не шлюшка. Не вспомни пустить про меня такой слух. Спасибо, солнышко. Это мне напомнило слова, которые произнес Джим Бородный, когда мы с детьми решили навеки распрощаться с его мерзким планом. Он сказал... Никогда этого не забыл. Окей, короче. Здравствуй, человек-наемник. Зря косарь, да, потратил? И проблема. Слушай. Тебе не слышать об аркидах. Говорят, эти твари могут трансформироваться, если сильно пострадают. Вот, возьми этот шприц с мутагеном. Валяй. Прекрасно. Тебе нужно заставить парочку аркидов трансформироваться. Сделай инъекцию в их кокон. Я обращаюсь к бойцам Алого Копья, оставшимся на Пандоре. Генерал Нокс убит, и учитывая, как низко копье ценит жизни своих солдат, можно не сомневаться, что за вами уже никто не прилетит. Так что если не хотите умереть с голоду, у вас два выхода. Первый – податься в бандиты, а второй – присоединиться ко мне и помочь защитить жителей Пандоры. Я могу предложить вам еду, кров и шанс бороться за что-то стоящее. Такого шанса корпорация Атлас вам никогда не давала. Так, окей, давайте внешность. У нас мы же там внешность пойдем. Улыбка дьявола. Облик. Бля, я хочу вот этот облик. Но не могу почему-то его как одеть. Хорош, хорош, железяк. Так, Танис. Из Гиперионского заповедника сбежала группа подопытных мутантов. Как-то любопытно было бы понаблюдать за их попытками вернуться в социум. Их нужно обезвредить. Найди способ выманить их. Загляни к Мокси и забери наживку, которую я заказала. Хорошо. Так, давайте в сейф... Хотя... Что мне этот сейф? Базука пускай остается.
же эти гады тебя сцапали? А, дали по башке, когда я пошел отлить. Ну ты кретин. Да, я... совсем облажался. Да нет же, я пошутила. Я рада тебя видеть. А, спасибо. Сейчас ты должен сказать, что тоже рад меня видеть. А, точно. Я рад тебя видеть. Очаровательно. Так, окей. Стрелять хочешь? В общем, я вроде как породила секту. Или ты не охотники за автографами? Внедрись в секту детей огненного ястреба и узнай, не затевают ли они что-то гадкое. Я бы сама это сделала, но боюсь, у них поедет крыша, если они увидят своего бога во плоти. Поговори с главой секты, поджигателем Клейтоном. Я рад, что... Добро. О, дорогуша, прости, мне тебе нечего предложить. В смысле, у меня как бы задания здесь нет, Мокси. Не тупи. Хорошо. По каким-то причинам беглецы не могут устоять против пиццы. Ты выманишь их с помощью этой пиццы, а затем убьешь. О, вот это, ребята, и есть та одна из великих пасхалок, о которых я вам говорил. Мы отправимся на эту пасхалку, да. Да. Сейчас мы поговорим с этим. И побежим. Если красавчика Джека не остановить, нам всем крышка. Не обращай внимания. Это он так здоровается. Точно. Извини. Привет. Кью. Слушай, солдат, давай на чистоту. Войну мы проигрываем. Мы уже столько лет пытаемся остановить Джека, убиваем его людей, нападаем на шахты, и все без толку. Но ты... Тебя ведь не смог убить ни Джек, ни потрошители с кровомесами. Да и наши слили жопы, целы только благодаря тебе. Спасибо, кстати. Нам нужна твоя помощь. Это вопрос жизни и смерти. Раньше мы думали, что Джек хочет открыть хранилище и стереть нас с лица Пандоры. Но судя по данным, которые мы добыли после нападения на конвой, мы ошибались. Что? Он не собирается открывать хранилище. Он хочет его контролировать. Я просто повторю вопрос. Что? Хранилище, которое ищет Джек, не тюрьма и не склад оружия, а живое существо. Это древний иридианский воин, который способен стереть с лица Пандоры все живое. Он подчиняется тому, кто его разбудит. Это паршиво. Да, если воин разбудит Джек. Но если мы его опередим... То сможем разнести Гиперион в пух и прах. Вот это уже другая тема. Есть проблема. Для этого нужен ключ от хранилища. Найдем. Он уже есть. Если Танис уже побеседовала с тобой... И ее не стошнило, когда она тебя увидела. С ней это бывает. Возможно, она сказала тебе, что этот ключ должен быть заряжен иридием. Нам нельзя терять времени. Каждая горстка иридия, добытая Джеком, приближает его к цели. А если кто и знает о том, где хранится ключ, то это мой шпион в Тундре Экспресс. Собирать информацию у него получается так же хорошо, как и пить. Думаю, сейчас он отсыпается после вчерашнего. И его из пушки не разбудишь. Я все объясню, когда выберемся отсюда. Добро. Это у нас все другая локация, да? Да. Тундра Эстерс. Собрать образцы тканей. Так, ущелье отмороженных. Это как раз там, где... Или нет, подождите. Найдите поджигателя Клейтона. Вечная память победить Полла. Отщепцы. Зайти к Макси за пиццей. Мы пойдем выполнять это задание. Но давайте на этом, я думаю, закончим. Да? Если да. У тебя огненного оружия нет, купи у Маркуса. Да, у меня есть. Поэтому давайте на этом, я думаю, заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.